Итак, у нас сегодня с вами правила добавления подарков по каталогу номер 8, 15 мая, который будет действовать по 4 июля. Этот каталог у нас с вами 3 недели. Но прежде чем начать, я бы вас очень-очень всех хотела бы поздравить с завершением реально сложного каталога, который нам принес очень много переживаний, потому что было как раз два праздника. С одной стороны, это классно, мир труд мая, 9 мая, День Победы. А с другой стороны, с плана, как сказать-то, да, со стороны роста было сложновато подтвердиться, но у нас с вами открылись новые VIP-консультанты 18 периодов подряд, это VIP 4 уровня, да, 3 новых VIP-консультанта открылось, и плюс открылось 3 старших директора. Об этом мы с вами все узнаем в среду на поздравлялках общепланерных, да, и общеструктурных, простите, да, пока мы с вами перейдем к этой теме. Все молодцы, всех поздравляю, конечно же, только командой можно в такой сложный период добиться таких потрясающих результатов. Вот. Разрешите представиться, меня зовут Кононова Аня, а мы работаем вдвоем с мужем, мы в закрепленном звании старших национальных директоров. Далее, значит, о чем хочется поговорить. У нас с вами в этом году могут быть и двухнедельные каталоги, могут быть и трехнедельные каталоги. Да? Вот сейчас следующий каталог будет 3 недели, и этот каталог тоже идет 3 недели. Да, нужно обязательно стремиться к директорству и лучше всего к драгоценному директорству. Все же с уровня подтвержденного золотого директора компания нам оплачивает поездки в разные страны мира, а не это ли здорово? Да, и давайте с вами поговорим о 8-м каталоге. Он весь исполнен в таком западном стиле. Стиль мне этот очень понравился. Вот, и самое, что классное, у нас с вами новички в этого периода получают 3 подарка. 3 подарка, и причем очень даже хороших, да, перейдем с вами сразу к ним. Да, Машенька, все верно, умница, отличные мысли. Да, если хочешь золото, думай о бриллианте, золото придет быстрее, испытано на практике. Если звука нет, отпишите, чтобы человек перезашел. F5, чтобы нажала. Вот, помогите, пожалуйста. И, значит, о чем мы с вами сейчас будем говорить? О том, что вот эти вот 3 подарка, которые положены новичкам, у них есть правила. Да? Правила добавления всех подарков в проекте Faberlic Online и вообще в компании Faberlic есть. И если их соблюдать, вы можете собрать хоть 10, хоть 20 подарков. Да? И сейчас мы с вами именно собрались их обсудить подробнее. Да? То есть правила добавлений, они очень важны. И бывает такое, что то бонусы за покупку новичку приходят дорого, да, из каталога, то приходит дорого, то не приходит какой-то подарок, потому что новичок его не выбрал и не забрал, да, и он может сгореть, то у них сгорают бонусы по программе Faberlic Club, а все мы с вами знаем, что 1 бонус равен 1 баллу бонуса, и получается, что сколько подарков может сгореть, если сделать, допустим, перерыв в заказе и так далее, и так далее. Поэтому сейчас мы с вами все подробненько обсудим, а все разложим по полочкам, и вы весь каталог будете правильно информировать своих новичков, чего я вам, в принципе, и желаю. Только лидер, который знает все, может расти быстро и ни в чем не сомневаться, да, и конкретно отвечать на все вопросы. И я считаю это очень важным, потому что, как вы понимаете, у нас быстрый результат, мы растем хорошо, и я всегда делала удар именно на изучение акций, именно на рекрутинг и на акции. То есть две составляющие, самое-самое главное, рекрутинг и акции. Вот. Итак, значит, нашим новичкам с вами, даже тем, кто пришел к нам 3 каталога назад, но ни разу не делал заказа с момента регистрации, да, положены 3 подарка. То есть, если вы, к примеру, сейчас захотите отработать людей, которые пришли к вам, допустим, 2 каталога назад, то это сделать легко и есть видео. Далее, значит, это видео можете попросить в чатах для коллег Faberlic, вам его вышлют, вышлют письмо, которое вы можете разослать и так далее, и так далее. Вот.
Значит, какие три подарка? Сразу хочу сказать, что все подарки, которые вы будете забирать, вы их будете забирать в каталоге номер 9. Сейчас у нас каталог номер 8. То есть вы делаете заказ, оплачиваете его до конца каталога, и в следующем периоде вы выбираете продукцию на выбор. Что это значит? Это значит, что сама продукция к вам автоматом в корзину в подарок не упадет. И нам нужно будет в каталоге номер 9 потрудиться с каждым новичком, который забрал подарок, да, и объяснить ему, где забрать эти подарки. Значит, нужно нам с вами оформить и оплатить заказ до 4 июня 2017 года на сумму Россия 1199 рублей, Украина 359 гривен, Казахстан 5999 тенге, Беларусь 35 белорусских рублей и Молдова 359 лей. Вот. Скажите, пожалуйста, с акцией новичка все понятно? Как вы думаете, подарки шикарные? Три подарка сразу, причем очень даже дорогие. Да, в подарок входит любой оттенок туши для ресниц искусства объема, любой оттенок жидких теней для век галактической путешествий. Реально, я на них снимала обзор, я вам хочу сказать, что они очень стойкие. Они у меня есть. И далее, значит, любой оттенок губной помады модельер цвета. Модельер цвета тоже у меня две помады на руках. Одна сейчас у меня на губах, она не липнет, она классно ложится, она не забивается. В общем, у меня прям слов нет, какая-то классная помада. Это дорогая, хорошая, стойкая помада. Я думаю, вам она понравится. Сейчас на мне вот такой вот оттеночек, да, как вы видите. Мне она очень нравится. Куда-то поярче я буду, конечно, а так вот вебинары вести, конечно, я нюд выбрала. Помада просто великолепная. Да, очень. Вам всем она понравится. Это просто невероятно классная помада. Я еще такой помады Фаберлик не видела. Конечно, я люблю Secret Story. Она классно пахнет, все такое, да. Вот я тоже очень часто ею крашусь, вот Secret Story. Но вы знаете, вот это мне понравилось больше. Она как-то вот на губах лучше, что ли, сидит. Вот. Далее, значит, с вами поехали, да? То есть новичок делает заказ, он автоматом получает 20% скидку, выполняет условия на подарок, который заберет в следующем каталоге. Этот заказ весит какие-то баллы. Баллы тоже в следующем каталоге пересчитываются в бонусы, да? То есть мы с вами, получается, пойдем по программе Фаберлик Клуб и по акции новичка одновременно. Это две разные программы, но условия у них одинаковые. Оплата строго до конца каталога, чтобы не сгорело право на участие в обеих программах, что в стартовой, а что в Фаберлик Клуб. И, конечно же, нужно тут обязательно обратить внимание, что у нас очень много кто сидит и высчитывает. Раз суммы указаны в ценах каталога, начинают вычитать 20%. Так вот, в сумму заказов, необходимых для получения подарка, не входят сервисные сборы и сборы за доставку продукции. Поэтому будьте внимательны. Высчитывайте так уж все с умом. Итак, первый подарок, поговорим о нем. Он у меня был. Это на самом деле объемная тушь. На самом деле без склеивания и комочков. Такая средненькая тушь хорошая. Она у вас будет на выбор, оттенок на выбор. То есть, что получается? Вы можете взять синюю, коричневую, черно-коричневую, зеленую хаки, да, цвет хаки и угольно-черную. Такие нормальные туши. Она идет недорогая, потому что она идет практически без ухаживающих компонентов, и из-за этого она, в принципе, недорогая всегда была. Вот эта помада. Я прям не могу. Да, в ней есть ухаживающие масла, которые дарят губам мягкость, а в текстуре помады блеск и бархатистость. Это на самом деле так очень приятно эту помаду носить на губках. Да, тушь отличная, Левтина. Да, отличная тушь. Вот, и что хочется сказать. Да, вот, к примеру, наша тушь Secret Story.
Да, вот такая вот, да, так, артикул 55,99, она стоит на 100 рублей дороже, но там напихано, натолкано много всяких компонентов, которые ухаживают за ресничками, да, то есть делают их там пышнее, длиннее и так далее, то есть это два в одном, да, средства. Та же тушь на 100 рублей дешевле, только потому что в ней нет этих ухаживающих компонентов, а сама тушь, она реально хорошая, да, она классная, вот. Поэтому эту помаду, я думаю, будут все стараться получить. И вот, конечно же, тени. У меня были серые тени. Я их вам, к сожалению, не покажу, но я их успела снять в обзоре. У меня их выпросила у дочки подружка. Я, конечно же, отдала сразу же с удовольствием. Пусть пользуются. У меня цвет на губах 44-111. 44-111 артикул. Вот, ну, здорово, я люблю такие вот, я люблю выделять глаза, и чтобы губки просто подчеркнуты были, да, я не люблю выделять рот, люблю выделять брови, глаза, и для меня прям этот оттенок очень-очень подошел. Что я вам хочу сказать про эти тени? Я ими красилась, я с ними ходила весь день, они очень стойкие. Если вы их нанесли и не посидели вот так с закрытыми глазами около минуты, они у вас скатаются. Почему? Потому что не успеют высохнуть. Они сохнут быстро, но если вы наносите слой потолще, нужно вот так минуту сидеть. Если сильно толстый слой, да, у меня дочка, конечно же, нашлепала побольше, побольше, и у нас не получилось, что у нее такой кусок отпал. Если же аккуратно красить, вот как положено, да, как нужно, то она держится весь день, она не скатывается в веки. Я ходила в этот день с этими тенями, мы ездили на ремонт смотреть, да, в квартиру смотрели, потом мы ходили в ресторан, потом мы вечером ходили в магазин, и с ребенком я в ванной сидела, да, она купалась, сами понимаете, когда дети купаются в ванной, там реальная жара, мы потеем, тени не скатались. То есть они у меня продержались больше 6 часов, и обещано в тенях, что они будут держаться 6 часов, они у меня продержались дольше. Да, нанести, растушевать. Тушевать надо очень быстро и дать высохнуть. И тогда эти тени вам прослужат. Конечно, их нужно уметь. Уметь. Я вот, допустим, если я привыкла пользоваться прессованными тенями, запеченными, да, секрет стори, они легко тушуются. Все эти тени, они влажные, не другие. Их надо по-быстренькому все делать, да, но они более стойкие. Если вы почесали глаз, да, вот нечаянно почесали глаз, они у вас не опадут, не окрошатся. Вот. Не опадут, не окрошатся, и это... Мне понравился эффект, и мне нравится, что компания Faberlic выпускает такие новинки, которыми можно гордиться. И вы знаете, раньше, чтобы купить такие вот влажные стойкие тени, нам надо было идти в дорогой магазин. А сейчас мы с вами понимаем, что мы, покупая от производителя, да, берем без накрутки вот этой вот магазина, да, и такое же качество абсолютно, да, как вот бывают тени по 500, по 1500 рублей, да, вот, смываются, вот, так, вот, вот мое средство для снятия макияжа, это тоник 0204, мицеллярный лосьон, идеально, с первого раза, я вот так ваточку ложу, буквально, не знаю, 3 секунды, вот так вот убираю и все вот. Да, смываются они вот этой водой хорошо. Больше пока ничем не пробовала. Вот. Далее с вами поехали. Вот, значит, мы с вами все поняли. Поставьте мне, пожалуйста, плюсики, что на подарок новичка или первый шаг стартовой программы имеет право все, кто ни разу не делал заказа с момента регистрации. Да, даже те, кто идут на терминацию, да, мы с вами знаем, что если человек зарегистрировался в компанию Faberlic и не делает более 3 каталогов подряд заказов с момента регистрации, вообще ни одного заказа не сделал, да, то его номер терминируют, чистят как неактивный, да. Вот, поэтому знайте, что даже люди, которые идут на терминацию и покрашены красным цветом в распечатках по личной группе, они тоже имеют подарок по акции новичка, имеют право на подарок по акции новичка.
Анют еще не смывала, только получила, да? Ну, мне не нравится очень. Итак, важно также знать, что оплата должна пройти до конца каталога. Это самое главное, донести вам сейчас до новичков, до своих, иначе новичок не увидит три подарка в девятом каталоге, опять скажет, что компания обманула, да? Новички не любят ходить на вебинары, они думают, что они все знают, да? Важно, подарок надо будет выбирать вам самим вручную. Он автоматом не упадет. То есть тут указаны два варианта. Бывает, что подарки падают автоматом. Нет, это все на выбор. Тушь на выбор, помада цвет на выбор, да, и тени цвет на выбор. То есть вы все будете выбирать, и понятно, что автоматом вам ничего не упадет. То есть в разделе промо-акции, в разделе акции консультанта подраздельчик, да, вы выбираете шаг первой стартовой программы в следующем периоде. Там будет три вкладки в этом подраздельчике. Открываете первую вкладку, выбираете цвет, какой вам нужно помады, вторую вкладку цвет, какой вам нужно теней, третью вкладку цвет, какой вам нужно, так забыла, туши, да, и потом вы нажимаете добавить. И потом еще применить изменения. И после того, как вы примените изменения, ваша накладная перезагружается. Вы листаете вниз, смотрите накладную. У вас так и должно быть подписано. Шаг стартовой программы. Обязательно это нужно все будет проконтролировать. Добавилось вам, не добавилось вам. Да? Это очень важно. Вот, то есть подарок мы выбираем сами вручную и нажимаем кнопку «Применить изменения». Применения не изменили, накладная не поймет, что ей надо эти подарки вам добавить, да? Все-таки за рубль три подарка это шикарно, ну или за гривенку, да? Вот. И заметьте, что компания очень лояльна к своим новичкам, а мне это очень нравится, я за это вообще Фаберлик уважаю, что Фаберлик дает второй шанс всем, и для меня это просто как награда работать в такой компании, успокаивать новичков, говорить, не расстраивайся, все хорошо, получим другой подарок, да? В чем тут дело? Если новичок сделал заказ на акцию новичка, да, вот допустим, в этом периоде мы забираем с вами порошочек, да, акцию новичка, порошок на выбор. И новичок забыл оплатить заказ до конца каталога или положил деньги на счет, и деньги остались на счету. Он не зашел в кабинет и не нажал кнопку «Оплатить заказ». Такое тоже бывает. А также новички могут сделать на 2 рубля меньше, потому что не знают про сервисные сборы. Да, все вы знаете, что у нас приток около 6-8 тысяч человек в каталог. И нереально, что все до единого будут знать правила. Кто-то да что-то сделает не так. Да, вот, и потом начинают писать, где мои подарки обещанные, вы обещали, давайте, да, и вот тут приходится объяснять, звонить человеку и рассказывать, что у него было не так, поэтому мы-то с вами, как лидеры, должны знать все, чтобы у нас не было ошибок. Какой подарок будет в девятом каталоге? Три средства, мы о них сейчас только что говорили. А, в девятом это, ой, я еще не посмотрела, к сожалению, прошу прощения, я не посмотрела в девятом периоде акцию новичка. У меня новичок в прошлом каталоге забыла взять порошок. Значит, какой подарок ей? Вот. Наташ, если она у тебя в прошлом периоде сделала первый заказ, оплатила его до конца каталога, то в этом каталоге номер 8 она забирает порошок на выбор. А, пока не показывают? А, понятно. Я, если честно, внимания не обратила, дорогие коллеги. Мне как-то вот эта акция так понравилась. Мне бы вообще бы она никогда не заканчивалась. Три подарка за рубль. И причем таких хороших, качественных и дорогих подарков-то, да? 180 рублей, я считаю, для помады это очень даже недешево. Ага. Вот. Так, поехали с вами дальше. Конечно же, дорогие наставники, это сейчас обращение к вам. Я вас прошу зайти в личный кабинет, зайти в раздел «Отчеты» и распечатать распечатку «Отчеты по стартовой программе структура личной группы». И там вы будете видеть все шаги от пробного до девятого шага стартовой программы. И все, у кого был пробный шаг, вы можете оповестить через Viber, WhatsApp, Telegram, Skype,
Skype, в соцсети, через телефон, да, обратиться, может быть, к своему директору, чтобы он позвонил вашему новичку через SIP-телефонию, да. То есть можете все, что угодно сделать, но пробные шаги нужно обязательно оповещать, потому что пробный шаг – это как раз тот самый шаг, когда новичок слетел с акции новичка, и если он сделает перерыв между пробным шагом и первым шагом, у него сгорит полгода подарков. И я считаю это важным донести до человека, что ему положены эти подарки. А там уже пусть человек сам решает, хочет он их, не хочет он их. Да? Наше дело рассказать. Это очень важно. Вот. И, конечно, поставьте, пожалуйста, букву П все, кто забирает порошок, акцию прошлого периода. Федосеева, Федосеева. Ага, так, поняла, да? То есть доступ запрещен. Вот у меня есть Skype внизу, да, Анна 198, 5 троечек. И вот найди меня, пожалуйста, в Skype, я вышлю шаблон обучения тебе свой пока. А потом, как наставник твой появится, он тебе даст свой, а пока что-то дашь ему посмотреть. Да, или приводи новичка сегодня на вечерний вебинар. Тоже веду я, и вебинар будет называться «С чего начинается наша работа?» Раскладываем все по полочкам в голове. Пробный шаг, так и будет написано, пробный, Танюш. Прямо вот так пробный. Да, вот. Поэтому, да, Анюта, найди меня. И после вебинара отпишись. Да, что. Потому что у меня там ники, а я по нику не пойму, что это ты. Вот. Итак, смотрим, значит, наша выгода в этом каталоге такова. Мы с вами можем идти одновременно, забирая шаг стартовой программы. Мы с вами можем выполнить второй шаг в следующем каталоге, третий и так далее. То есть все вы знаете, что такое стартовая программа, как по ней идти. Сейчас я изучите стартовую программу. Вот, а почему изучите? Потому что если вы в этом периоде забираете, да, свой порошочек в этом же заказе вы можете, когда забираете свой порошок одновременно, да, сделать заказ на 2499 или от 4999 рублей и выполнить второй шаг стартовой программы. Поэтому, да, поэтому будьте внимательны. И, конечно же, если вы сделаете менее этой суммы, если вы сделаете менее этой суммы, да, я тоже под дочкой, у меня, к сожалению, шаги закончились, так одиноко стало. То участие в стартовой программе у вас сгорает, но у вас будет оставаться право получить подарок. Новичка вы получите, не переживайте, вы получите 20% скидки, и у вас будет постоянная накопительная программа Фаберлик-клуб. Да, то есть за это тоже не переживайте, сгорает только стартовая программа. Вот. Также все оплаты по стартовой программе, по программе Faberlic Club, везде строго обязательно до конца каталога. Это очень-очень-очень-очень важно. Итак, вот значит шаги по всем странам основные, да, но я вам, как вы видите, выслала ссылочку в чат, и мы с вами это все пролистнем, и вы сами посмотрите. Да? И, конечно же, что же это за стартовая программа? Тут тоже идут наборы хитов за копейки, я бы так выразилась, потому что, допустим, взять 5 вещей за 100 рублей, вы прекрасно понимаете, что если вы их возьмете в магазине, какого они будут ужасного качества, и найдете ли вы такие, да? То есть это, грубо говоря, такие подарки, да, подарки по минимальной стоимости. Значит, второй шаг стартовой программы, дорогие призеры, вы будете забирать уже в каталоге номер 9 получается, да? То есть, как вы поняли, стартовая программа идет таким образом. Сделали заказ, оплатили до конца каталога, в следующем забираете, да? Все, я думаю, поняли. Поставьте, пожалуйста, плюсики, это очень важно. Если перерыв сгорает, забыли оплатить до конца каталога, сгорает, да, то есть вот это очень важно, чтобы, да, вот, чтобы вы донесли до своих новичков, которые не были на этом вебинаре, которым вы выслали запись, но они не захотели смотреть и так далее, и так далее, и которые потом 90%, что потеряют эти подарки и будут их просить, да, это уже испытано на практике, и сегодня
сегодня мне уже более 100 сообщений в личку отписано, где мой подарок. Я смотрю, оплаченных заказов не было. Ну вот что сделаешь? Что сделаешь? Вот уже все сгорело. Я говорю, пиши в обратную связь. Говорю, проси, вдруг восстановят. Но я даже не знаю. Да, да, Ирина, все верно. Молодец, да, все верно. Очень хороший вопрос. Вот мы все и узнали, да, я забыла как раз о них сказать. Выполнен шаг 9, там не 9 подарков, там 4. Вот подарка, там 2 парфюмерных воды идет и 2 парфюмерных геля для душа. Вот, это не значит, что он их забрал, это значит, что он их еще только забирает. Да, но все уже, он уже все. Он, грубо говоря, у него будет написано, что они выбыли, и будет ссылочка в кабинете на условия программы Faberlic Club. Вот. Ну и давайте же с вами обсудим эти подарки. Вот. Второй шаг стартовой программы – это у нас набор для рук Grand Prix Skincare. Это альтернатива салонной процедуре. Он действительно хорошо работает. Я заказала уже такой третий набор, и один только достался мне. Я его все дарю, потому что, не дай бог, у кого-то какой-то день рождения, у меня нет подарка, да, в заначке. Я обязательно дарю такой набор, чтобы... А человек был доволен, и на самом деле довольны многие очень, вот, и они там и вдвоем, и втроем вот начинают, да, вот это все делать, экспериментировать, им интересно, да, поздно батенька пить боржоми, когда легкие отпали, да, мой Валентин. Тоже пришел такой набор, да, то есть он идет без коробочки в стартовой программе, в каталоге его можно приобрести в красивой коробочке, а сейчас идет, ну вот она у меня вот стоит, да, коробочка, новый наборчик в коробочке, он тоже очень хороший, значит, что там есть, это альтернатива салонной процедуре, это пилинг и шлифовка, и потом крем, жидкая перчатка для того, чтобы после глубокой очистки рук восстановить кожу. Кожа как у младенца становится. Второе – это маска или бальзам для волос на выбор под ваш тип волос. Третье – это шампунь тоже под ваш тип волос. Там есть и для объема, и для глубокой очистки, и для секущихся кончиков, и так далее, и так далее. И для блондинок, и для кудрявых. И, в общем, ассортимент хороший, марки «Эксперт». Ага. Вот. Тонечка, привет, очень рада тебя видеть. Итак, третий шаг стартовой программы – это порошок на выбор для цветного или универсальный, и пятновыводители, они очень хорошо работают. Вся косметика для дома безфосфатная, экологически чистая, не наносит вреда окружающей среде. И, ну, это нужно знать, это просто замечательно. Да? То есть наш порошок имеет стандарт качества европейский. То есть все мы с вами знаем, что порошок производства Германия, а в Германии фосфаты запрещены. То есть все вот эти вот магазинские порошки, мифы, тайды, рели и так далее, они запрещены в Германии уже давным-давно. Далее, значит, о чем мы с вами поговорим. Это четвертый шаг стартовой программы. Это набор нашей базовой линейки Ice Trim. Там вы будете выбирать дневной крем, ночной крем, крем для век, тоник. Да, то есть шикарно. Пятый шаг – это набор нашей самой ходовой продукции, это Skinline, потому что она качественная и бюджетная у нас идет. Да, там будет тушь на выбор, помада на выбор, каял на выбор и средство тональное для лица тоже на выбор. Причем средство такое хорошее, с эффектами, с ухаживающими компонентами и так далее. Шестой шаг стартовой программы, я его люблю больше всех почему-то, да, тут идет не на выбор, но 5 необходимых для дома составляющих. Нет, стартовая не сменилась. Вот, первое это средство для очистки духовок Эквилит 500 мл. Второе это спрей для очистки окон с антизапотевающим эффектом. Третье – это средство для туалета с антибактериальным эффектом. Четвертое – это средство для ванны, тоже идет 500 мл. И пятое – это крем беленький такой для очистки металлических поверхностей. Им нужно замачивать. Вот. Ага, отлично. А кто, кстати, на каком шаге стартовой программы?
напишите, пожалуйста, циферку. Совсем забыла у вас спросить. Да, я вот в этом каталоге буду забирать последний шаг стартовой программы. Вот. Итак, седьмой шаг – это микродембразия-энзимный микропилинг. Это альтернатива салонной процедуре. Это три подарка. Значит, первое, что вы делаете, это как это называется-то? Первое, что вы делаете, это очищаете лицо, на 15 минут его замачиваете. Второе, вы его шлифуете. Третье, вы наносите крем-сос-терапия. Вот. Восьмой шаг – это моя любимая серия, люксовая серия «Секрет Стори». Там идет тушь, крем «Двойной агент». Вот я его как раз получила, да. На одну нажимаете, там идет основа под макияж, на вторую штучку нажимаете, там идет тональный крем. Вот, также идет помада цвет на выбор, лак цвет на выбор. Ну, шикарно, да. И девятый шаг стартовой программы – это самый-самый-самый дорогой, да. То есть вы понимаете, что вы делаете одни и те же заказы, а цены все дешевле и дешевле, и стартовая программа все выгоднее и выгоднее. Да, то есть вы за 99 рублей вы можете забрать две парфюмерных воды и два парфюмерных геля для душа. Причем воды не мини 50 миллилитров, как положено. Вот. Далее, о чем мы с вами поговорим, да, чтобы мы с вами точно уже все знали, что стартовая программа – это первый шаг, это акция новичка, то есть это одно и то же, акция новичка и первый шаг – это стартовая программа. Вот, значит, сумму заказов, необходимых для получения очередного набора стартовой программы, не входят сервисные сборы, сборы за доставку продукции, перерыв между первым и вторым и так далее шагами по стартовой программе не допустим. В таком случае стартовая программа сгорает. Но мы с вами знаем, что у нас останется скидка и Faberlic Club, поэтому прям, ну, не смертельно. А, да, и далее, значит, стартовую программу вы можете менять суммы. Если в этом каталоге вы сделали заказ на 2, ну давайте я буду округлять, да, на 2,5, то в следующем каталоге вы забираете за 300 рублей заказ. Но забирая подарок за 300 рублей, вы вдруг решили сделать заказ на 5000 по цене каталога, да, и в следующем периоде вы забираете за 99 рублей, но делаете на 2,5 и в следующем на 300. Поняли, да? То есть вы можете сами менять, за какую сумму сделать. То есть не обязательно, если вы начали делать по 5000 рублей, то не обязательно вам все вот эти вот полгода по 5000 делать ежекаталожно. Нет, не обязательно. Да, то есть вы можете то 2500, то 5. Поставьте плюсики, понятно ли я вам объяснила. Слетела с 6-го. Леночка, не переживай. Слетевших много, ничего страшного. Плюсики, да, вопросов точно нет. Вот это очень важно, потому что вы можете, да, какие возможности у вас есть, да, все-таки большинство у нас не продают по каталогу, большинство у нас проект основан на личном потреблении, много кто не любит бегать и продавать, а кто-то очень хорошо зарабатывает на продажах, и я прям восхищаюсь, да, их результатом, кто-то делает 500-300 личного балла, личного оборота, да, баллов, и я прям очень удивлена. Кто-то не любит, да, и кто-то делает только для себя, своей семьи, и, конечно же, не всегда надо продукции, ну, опять-таки, при нашем ассортименте так легко делаются заказы, да, туфельки можно себе, можно ребенку заказать, да, там, не знаю, одежда детская, мужская, женская, да, то есть в широкий ассортимент, помимо парфюмерии и косметики, просто у нас широченный, да. Анечка, бывает, что вы непонятно рассказываете всегда, и все понятно. Тонечка, понятно или непонятно? Я запуталась. А, 0 плюс мало, да. Что у нас 0 плюс? У нас есть, ну да, там два средства помыться, 0 плюс, порошок у нас 0 плюс. Есть кондиционер 0+, ну так-то набирается 0+. В смысле одежды, да, одежды мало. Итак, значит, неплановое объявление по просьбе руководства компании Faberlic.
Мы с вами сейчас поговорим о том, что перерегистрации у нас запрещены кодексом компании. И вот 3 минуты мы поговорим о перерегистрациях, потому что очень часто бывает такое, что к вам просится девушка и говорит: я к тому наставнику не хочу, я хочу именно к вам. Или вы в соцсети встретили кого-то из представителей Фаберлик и говорите: ой, не ходите туда, идите лучше ко мне, у меня лучше. Так вот, а 2 номера иметь запрещено. Это, во-первых. Во-вторых, лидера, которого вы, не дай бог, к себе переманите, это строжайшее, да, табу. И значит, извиняюсь, и если, к примеру, вы возьмете человека, который вам ревет, да, в жилетку, возьмите меня, пожалуйста, и вы его берете, то знайте, что за это будут штрафы и так далее, и так далее. Перерегистрации запрещены. Это, во-первых. Во-вторых, если все же у вас такое произошло, ничего страшного, вам ничего не будет, если вы сами напишите в обратную связь на удаление таких людей. Мгновенно. Я прошу никого не жалеть. Я знаю, что они бывают. И недавно мне опять написали, что они были. Я к новичку обратилась: почему ты так сделала? Она говорит: я испугалась. Я испугалась, я побоялась писать в обратную связь, потому что я подумала, что мне дадут штраф. Так вот, штраф не дают. А, всегда. А, все, хорошо, Тонечка, спасибо. Да, то есть вот так вот. Поэтому знайте. Если же человек вам сильно просится, объясняем ему железно правила. Вот только эти правила, больше их никаких нету правил. Перевод человека можно осуществить, если под ним нету ни одной регистрации, это во-первых, и если в течение только он зарегистрировался не позднее 2 каталогов назад. Все. Остальных людей мы все боком, подальше от себя. Пусть они идут и кому-нибудь другому просятся, если им так хочется, да. И, конечно же, дорогие коллеги, работаем мы честно и понимаем, что работать надо везде. И где говорят, что работать легко и просто, и всего там 2 часа в день, то мы с вами понимаем, что это, ну, неправда, да. Потому что мы, извините меня, там за 15-20 тысяч, да, на заводе мы там отрабатываем по 6, по 12 часов. Мы должны понимать, что работа через интернет, да, мы сидим, да, мы с кружечкой кофе, да, мы работаем в свободное время, при свободном графике, да, мы в семье, это все шикарно, да, у нас с вами идет стаж, мы платим налоги, у нас все хорошо, да, и наш бизнес передается по наследству, и мы неограниченно можем зарабатывать, то есть у нас нет потолка, это все круто, это все здорово, но работать-то надо, потому что мы с вами работаем официально и легально, и эта работа наш с вами честный труд. Да, вот. Близких родственников мы регистрируем в первую линию под себя, но, допустим, вы можете зарегистрировать себя, под себя сестру, под сестру брата, под брата маму, под маму папу и так далее. Это тоже считается, можно. Тоже считается можно, а потом под ними продолжить веточку. Так тоже можно. Не обязательно всех 4 в первую линию. Главное, чтобы они были родственниками близкими, прямыми между собой. Все. Уже достали с переубеждением, что это развод денька. Ну, это, конечно, будет. Почему? Вы знаете, я это заметила в первые 2 недели, как я начала работать через интернет 2 года назад. Почему это есть? Да, помните пирамиду МММ? Помните, всякие еще были какие-то центурионы, Зевсы, какие-то планеты были, по-моему. Какие-то планеты были, тоже назывались какими-то планетами эти, сейчас тут даже не помню, компании. А, да, вот. Вот, и что я вам хочу сказать? Конечно, это мыльный пузырь, и он когда-то, да, пирамида, она когда-то надувается и лопается. Меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. И нас почему-то начали с этим путать. Вот, и, конечно же, нам обидно, честным сетевым компаниям, нам, конечно, обидно, а потому что мы предоставляем официальный трудовой договор, да, то есть официальное трудоустройство, и все у нас нормально, все у нас здорово, и, конечно, нам неприятно, что нас путают и называют нас разводом, но вот как раз вот эти вот все пирамидки, да, они подорвали нам репутацию. Но вы не переживайте, вы не переживайте, я думаю, что все равно со временем люди научатся отличать этот же самый МММ от пропала.
Итак, значит, у нас с вами такой вот акция с 6 по 9 периода 2017 года. Нам с вами нужно всего лишь делать ЛО 50 баллов и за весь период действия акции помочь четырем консультантам выполнить второй шаг стартовой программы. То есть вы регистрируете под себя в первую линию. Это получается 4 человека, и им помогаете идти по стартовой программе. И в каталоге номер 11 вы заберете набор брендированных столовых приборов. Это акция именно для наставника. Да, появилось ли изображение? Вот, появилось ли изображение? Видны ли слайды? Появилось. И я, и слайды. Все хорошо, да? Все. Спасибо. Вот с этим, я думаю, вам понятно, да? С этим, я думаю, вам понятно. Не знаю, может, какой-то был скачок интернета. Вот, далее, наши классные бонусы, твой акция, твой бонус, да, и, конечно, обладатели главных призов, главных подарков будут известны до 22 мая. Это, во-первых. Во-вторых, я сегодня зашла в раздел промо-акции. Я так понимаю, кто не забрал, у того сгорели акции «Твой бонус». А скажите, пожалуйста, у всех ли в разделе промо-акций нету остатков от карт? Кто-то говорил, что будет продлеваться, но я это нигде не нашла. Я забрала на всякий случай все скидки 60-70%, все, что за рубль мне было положено, да. Я забрала, и я не ошиблась, да, у меня сгорели только 40-50% скидки, потому что, ну, столько много продукции мне не надо было, я решила оставить, оно сгорело, да, то есть карт нет ни у кого, да, все замечательно, значит, все-таки, кто не успел их забрать, у того они, к сожалению, сгорели, да, далее, значит, 20, так, 5 поездок на Тенерифе будут разыгрываться до 22 мая, мы с вами это все узнаем. 25 сертификатов на 25 тысяч рублей. И еще год 5 ароматов Карибиана и 5 тысяч, простите, и 250 сумок из летней коллекции. Поэтому ждем, ждем. Очень много кто у нас в прошлый раз выиграл ароматов. От Юдашкина был розыгрыш. А летом, по-моему, или весной, и не помню точно, одной девушке в ее день рождения упало 10 тысяч на счет. Мы были в шоке, мы были довольны, мы трубили по всем чатам, что все же всего лишь было, по-моему, тоже, по-моему, 10 или 20 сертификатов на 10 тысяч рублей, и один из людей у нас его выиграл. Конечно, мы были очень рады, очень-очень прямо. Вот, да. Ну и считайте, 10 тысяч рублей – это два шага по стартовой программе, да? Итак, также у нас с вами есть… А, кстати, я забыла вам выслать письмо по подарку новичка. Вот, давайте я вам вышлю сейчас. Можно новичкам участвовать в этой акции с наборами? Конечно, можно, но им надо суммарно сделать 200 баллов. То есть им надо по 100 баллов делать. Чтобы участвовать в этой акции, нужно обязательно, чтобы за весь период суммарно было выполнено 200 баллов. Вот. Эти карты выдавались в позапрошлом периоде. Как даже сказать-то, за заказы. В этом периоде у нас с вами выдаются купоны на скидки. Итак, у нас с вами есть такие люди, как в распечаточке по личной группе, покрашенные желтым цветом. Так вот, это люди, которым положен в этом периоде два подарка. То есть в конце, да, то есть после 4.06 эти подарки будут уже недействительны. Причем, чтобы эти подарки сразу автоматом добавляются в заказ, и оплата не строго до конца каталога, можно оплатить, допустим, через 2-3 дня после того, как заказ был утвержден. Поэтому по этой акции можно работать прямо до самого воскресенья по 4.06, да, чтобы люди активировались, забирали подарки. А самое приятное, что подарки будут на выбор. А подарков там около 30, список такой большой, длинный, и вот эти вот из этих подарков человек сможет сам выбрать. Но опять-таки я немножко расстроилась в плане того, что
желтенькие это люди, которые давно не делали заказов, и им, конечно, не захочется заходить в промо, что-то выбирать, применять изменения. Тут, конечно, нужно будет потрудиться, чтобы донести до них акцию. Внимание! Это акция на активизацию. То есть эта акция называется «Возвращение в бизнес». Если вы не донесете до своих людей, покрашенных в желтый цвет, что они имеют право забрать два подарка, они их не заберут, они о них не узнают. То есть ваш товарооборот напрямую зависит от вас. Компания вам дала, да, как сказать-то, лопату, да, но грядку вы должны вскопать сами, чтобы туда что-то посадить. Поняли? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Вот. Итак, значит, обязательно донесите до людей, что им надо самим выбрать, добавить, применить изменения, проверить, что два подарка точно лежат накладной. И, конечно, кроме вас никто не донесет эту акцию до ваших спящих консультантов. Поэтому берем лопату и вперед. Да. Далее, значит, как правильно добавлять акции по каталогу? Так, пока я не забыла, я вам сейчас скину файлик, а тут вы его посмотрите, вот прям сразу три, да, потому что в этом каталоге у нас с вами есть вот три категории акций и есть четыре подарка именно в самом каталоге, когда продукция автоматически падает к вам в корзинку. Итак, первое это 53 акции. Это кратные акции, то есть можно пользоваться несколькими разами, да. Вот если вы пройдете в этот файлик, да, то вы увидите там купи одно, другое будет дешевле, да. Купи вот это и это будет вместе скидка, или там два покупаешь и скидка большая. Да, я вам советую обратить внимание на наши коктейли, потому что у нас весна, все хотят похудеть, немножко сбавить, немножечко подтянуться. И как раз вот эти вот коктейли, они не только хорошие, они не только вкусные, но они еще идут витаминизированные, они идут мало калорий, они снижают аппетит, потому что сытные, но низкокалорийные. Да? И что у нас получается, что в итоге мы в плюсе и остаемся в хорошей форме. Поэтому этих коктейлей я набрала прям по 10 штук каждого. И вот думаю, еще, наверное, по 10 возьму, потому что когда будет такая акция. Акция просто шикарна. Мы эти коктейли по 2, по 3 штучки наливаем в 2% молоко в блендер, прямо в литр. И туда кидаем банан или 2 банана. Делаем себе, как сказать-то, да, коктейль, вот этот коктейльчик с бананами, с этим, с ванильным я делаю, да, не с шоколадным, а с ванильным. Вот, и получается просто безумно вкусно, мы прям пьем и глаза закатываем, поэтому попробуйте, это не только полезно, это еще и вкусно и бережет нашу фигуру. Значит, эти 50 реакций мы с вами обсудили через файлик, вторую продукцию, она тоже есть в файлике, а ее нужно добавлять в разделе промо-акции. То есть эту продукцию нельзя добавлять из каталога. Это тоже кратные акции, то есть ими можно воспользоваться несколько раз. Например, вы купили продукции на 1000 рублей, да, и вам можно забирать 3, да, давайте мышку включу, да, видно мою мышку? Поставьте плюсики, видно мышку? Не видно, да? Показать курсор. А теперь видно, да? Все, замечательно. Спасибо вам большое. Да, то есть вот, допустим, возьмем первую акцию. Да, вы сделали заказ на 1000 рублей. Да, при покупке по каталогу на сумму 299 рублей вы можете забрать гель на выбор за 79 рублей в разделе промо-акции. То есть вы их забираете в промо-акции, добавляете в корзину, нажимаете кнопку «Применить», проверяете в накладной ли они, по такой ли они цене. Понятно, что они будут не за 79, они будут на 20 или 26% дешевле. Почему различаются скидки, мы тоже с вами позже об этом поговорим. Итак, значит, вы можете забрать 3 геля для душа. Также вы можете забрать... Тут же получается 3 жидких мыла на эту же 1000, да. Тут же вы можете забрать тоже 299, да, 3 концентрированных зубных пасты и так далее. То есть поняли, да, не обязательно на каждую акцию набирать какие-то денежки. То есть вы купили на 2000 рублей, и у вас в промо-акциях на выбор столько-то гелей для душа, столько-то жидких мыл, столько-то зубных паст, столько-то фитосывороток и так далее, и так далее. И вот это именно надо забирать в разделе промо-акции. Да, именно.
Анжелика, будет запись, не расстраивайся. Гель для душа за 1 рубль. Очень хорошо. Итак, третье – это продукция, которая автоматически добавляется в заказ, это наши подарочки. Наши подарочки, их у нас 4. Да, то есть первое – это когда мы делаем заказы и нам вкладываются, как сказать, так, купоны на летние скидки, да, за каталог номер 9. Я не считаю это подарком, это просто скидка. И второе, это у нас получается саше шампуня, это пробник или бальзама для волос, подарок за рубль при покупке любого продукта с Элан Кейр. Третье, это пилинг мусс эксперт в подарок за 1 рубль при покупке набора для ухода за кожей. Вот такой вот наборчик. Он у меня так и лежит. Штучка классная, да, так вот крутится. Появились сменные щеточки, да, и в принципе наборчик, ну, нормально так массажирует лицо, да, я думаю, тем, кому за 30, он реально пригодится. Вот, и дальше, о чем мы с вами поговорим, это о том, что, так, дезодорант спрей в подарок при покупке Шарманте, это парфюмерная водичка, которая пахнет сладкой черной смородиной, я бы так ее описала, это мой нос так почувствовал, да, и пробник нового женского аромата каталога номер 9 Сорбет Джоли в подарок за 1 рубль при покупке декоративной косметики Секрет Стори, то есть, что бы вы ни купили, вам будут вкладываться за 1 рубль, сколько штук купите, столько штук за рубль вам вложится, да, ну, что хочется сказать, все, что вы сейчас видите на этом экране, это автоматически падают все подарки в корзину. То есть вы купили этот же аромат Шарман, и вам не надо добавлять дезодорант спрей. Он сам упадет, вы его увидите в накладной. Купили 3 Шарманте, вам добавили 3 дезодоранта. Купили 10, вам добавили 10. То есть опять-таки акция не кратная. Ой, кратная, простите, да? То есть эти подарки автоматически падают накладной. Если вы добавите, допустим, аромат 50 мл Шармант, вы добавите дезодорант спрей, то вам один спрей придет за деньги, другой за рубль. Поняли, да? Вот. С помощью, да, можно умывать лицо, да, очень хорошая штучка, но я его так вот именно использую. Вот. И, кстати, для умывания лица есть сменные щеточки. Они появились в этом каталоге, что тоже очень классно. Также наши с вами новички всего один единственный раз, но могут забрать набор пробников. А набор пробников – это прекрасный способ познакомиться с продукцией компании и определиться с выбором, что же они на самом деле хотят. Там, как вы видите, 28 наименований пробников. А пробнички, как вы знаете, не маленькие. Сейчас, минуточку. Да? Вот, например, пробник посуды, средство для мытья с экстрактом малины. Да, как вы видите, оно идет еще и 0+, и оно идет не маленькое, оно идет 50 миллилитров. То есть пробнички такие жирненькие приходят, да, то есть это тоже как бы приятно, что им можно этим средством, да, можно мыть посуду целую неделю, наверное, да, потому что оно концентрированное, да. Вот, поехали с вами дальше. Вот. И, конечно же, они сами должны забирать в разделе промо-акции. То есть это не кратная как раз-таки акция, только один раз можно забрать. Он забирает, применяет изменения, смотрит, появилось ли оно в накладной. Да. Вот. Для отпуска, да, очень удобно. И вот она, наша акция по купонам. Я считаю эту акцию тоже шикарно. И жаль, что она там ни в каких розыгрышах не участвует, как участвуют купоны на Тенерифе, но тоже классно. Итак, мы получаем за каждые 999 рублей купон. И этот купон у нас с вами будет в следующем периоде отображаться в разделе промо-акции, и мы можем выбирать любые продукты со скидкой 50% из каталога номер 9. Скажите, пожалуйста, понятно ли я вам рассказала? На Казахстан, к сожалению, я не нашла. Да, но купоны также действуют и в Белоруссии, и в Молдове, и во всех странах. Просто не все суммы я нашла. Но когда вы будете листать каталог, вы увидите,
на какую, за сколько вам будет вложен один купон, да? Грубо говоря, сделав заказ на 10 тысяч, вам вложат 10 купонов. Сделаете на 5 тысяч, вам вложат 5 купонов, да? Не взять, а они сами автоматом вам упадут. Упадут в раздел промо-акции. Вот эти бумажки, которые вам будут давать, не давать, вложат, не вложат, они вообще вам практически не нужны, если вы не торгуете по каталогу. Если вы торгуете и у вас сделал заказ человек, который ждет этот купон, понятно, вам его нужно, эту бумажку ему отдать, чтобы он что-то выбрал, а вы уже бы ему заказали. Да? Вот. И, конечно же, шикарная акция. Это только для зарегистрированных, только для нас с вами. А вот с 15 мая по 4 июня 2017 года при единовременной покупке двух женских ароматов Сорбет Джели, артикул 3310, он идет 30 миллилитров, получаем еще один в подарок. То есть два берем, и третий автоматом нам также падает. Вот. Их не надо ложить 3, иначе придет 3 платные и 1 бесплатный. Их надо ложить 2, и один сам упадет. Поехали с вами дальше. Да, все мы с вами говорим очень часто о том, что у нас скидка 20-26%. Почему? В чем разница? Я вам сейчас рассказываю. Да, если у вас личный оборот по итогам прошлого периода был до 50 баллов оплаченный, то на следующий каталог у вас вся скидка 20%. Если же у вас личный оборот от 50 баллов и выше был оплачен, да, то на следующий каталог 26% скидка. Все вы, наверное, видели, как я по чатам рассылала сообщение, что у кого-то сделано 48 баллов, 49 баллов. Видели? Кто видел? Напишите слово «видел». Вот именно по этой причине. Ну, зачем же из-за 1 балла терять лишние 6% скидки? Вот. Поэтому я и рассылала эти сообщения, потому что, ну, разница там малюсенькая. Может, просто автозаказ забыли оплатить или еще что-то, да? Вот, ага, видели. Вот это... В принципе, это, да, 1 балл нам роли не играет, да, но человек, как бы, если у него есть процентный уровень, да, делая 50 баллов, он получает объемную скидку выплаты за свою структуру, так ведь? И еще, и, ну, об этом мы тоже вечером с вами поговорим, и еще и у него увеличивается скидка 26%. 26% скидка у нас с вами на все, кроме одежды нижнего белья. Ой, я Лесе не пока не подскажу, я ее заказала, идет, идет, пока идет. Не нюхала, не смотрела. Вот, далее у нас с вами есть накопительная программа в Берлик Клуб. В ней участвуют все, и новички, и директора, да, и те, кто слетел со стартовой, и так далее, и так далее. То есть она для всех, она очень простая. Мы с вами делаем заказы. Эти заказы весят какие-то баллы. Вот эти баллы, да, перечисляются в бонусы, а на бонусы мы с вами выбираем любые подарки, какие захотим. То есть бонусы можно копить или и тратить сразу, как вы хотите. В разделе промо-акций вы тоже, да, на предпоследнем шаге стартового заказа, вот у нас какие с вами вкусные сладкие эти промо-акции, мы можем выбирать. Это тоже программа только для зарегистрированных, только для зарегистрированных. То есть мы обмениваем бонусы на подарки. Недавно я вам рассказывала, что я забрала халат и 3 банных полотенца отличного качества, да, вот, и я вам желаю тоже забирать хорошие подарочки, да. Вот, и что хочется еще сказать, да, что обменивать мы будем с вами из специального каталога, включая новинки, в следующем периоде, да. Далее, значит, накопив 15 бонусов, тут написано, что это минимальное количество для получения подарка. Но это, скорее всего, просто не обновилось, потому что в разделе промо-акции 5-10 бонусов есть подарки. За 10 бонусов мыло твердое, за 5 бонусов маска. Маска для лица. Очень мягкий, очень нежный, такой плотный, и в нем жарко. Он очень плотный, он качественный такой. Я его отложила пока на зиму. Весной в нем ходить невозможно, когда батареи работают. На улице жарко, батареи работают, и еще их не отключили. И так-то мы ходим по теме. Тут еще такой халат. Да, он очень мягкий, нежный, приятный. И что порадовало, безумно хорошее качество у него. Очень хороший пошив. Вот, ну ладно.
Да, то есть за один период вы можете накопить не более 150 бонусов. То есть если вы сделаете заказ на 150 баллов, вам перечислят 150 бонусов. Если вы сделаете заказ на 200 баллов, вам все равно начислят 150 бонусов. То есть более 150 вы не сможете накопить. Далее эта программа может сгорать. Да, может сгорать. Чтобы сохранить накопленные по программе бонусы, вам необходимо каждый период оформлять и оплачивать заказы в случае, если личный объем консультанта равен нулю, последние набранные, не сгоревшие бонусы будут недействительны. То есть они сгорят не все, сгорят только последние. Давайте с вами немножко порисуем. Немножко порисуем. Так, да, то есть давайте возьмем пример. Вот вы сделали заказ в первом каталоге на 10 баллов, да? Вот эти 10 баллов, они у вас начислились на следующий каталог, если вы его оплатили до конца каталога. На второй каталог вы их не потратили, они у вас копятся. На второй каталог вы сделали 15 баллов и 10, да, 10 плюс 15, вот это вот, у вас получается уже 25. На третий каталог вы забыли оплатить заказ или забыли нажать кнопку «Оплатить заказ». Это чаще всего бывает, да? И у нас с вами что получается? Тьфу-тьфу, вы не забыли. Ну, потому что, Тоня, это такие правила, правила такие программы. Да, то есть получается, у вас сгорают только вот эти вот бонусы, а вот эти остаются. Если же вы в четвертом каталоге опять-таки забыли оплатить заказ, сделать заказ и бонусы не забираете, то и эти у вас сгорают, и у вас остается ноль на каталог номер 5. Но эта программа, она не может сгорать. Вы в ней можете возобновить участие в любое время. Хоть вы полгода не делали заказов, вы сделали заказ, вам сразу же после его оплаты на следующий каталог начисляются бонусы. То есть тут ничего страшного нет. То есть, сделав, допустим, в седьмом каталоге 50 баллов, а в восьмом каталоге у вас уже будет 50 бонусов, которые вы можете или тратить, или вы можете копить и так далее, да? И вот тут пример, да, ЛО 250, но начислилось только 150. Скажите, пожалуйста, все ли понятно? Все понятно, замечательно, просто великолепно. Так, все, чищу, поехали с вами дальше. Также мне хочется рассказать вам вкратце, так как мы с вами сидим уже 0101, да, то вкратце хочу пробежаться по VIP-программе и чуть-чуть рассказать по программе «Быстрый старт», и будем с вами расходиться. Итак, VIP-привилегии у нас с вами шикарные, и у нас очень много VIP-ов уже четвертого уровня, которые делают 18 периодов подряд более 100 баллов личного оборота. Хочется сказать, что привилегий очень много, и сейчас мы с вами их вкратце перечислим. Так, поехали. Значит, уровень первый, да, это у нас с вами идет, если вы выполнили в прошлом периоде 100 баллов, оплатили 100 баллов до конца каталога, то вам положены вот эти вот выплаты, привилегии. Да, то есть это 70% скидка на один продукт текущего каталога черной цены, шикарная скидка. 50% скидка на 10 любых пробников, то есть у меня 5 разделов, и в 5 разделах я могу взять по 10 пробников. Суммарно я беру 50, да, 50 пробников с 50% скидкой. Далее, значит, 50% скидка на 10 каталогов следующего периода. И далее, значит, идет участие в распределении консультантов заинтересованных покупателей, которые ставят свои данные на сайте. То есть компания везде рекламируется, на эту рекламу люди регистрируются, и компания этих людей распределяет между VIP-консультантами. А в каждом регионе по-разному идут регистрации. Отпишитесь, пожалуйста, кто у нас VIP-консультант, если VIP, поставьте букву Я, и сколько регистраций под вас провела компания. Тоже отпишитесь, если таковые есть, потому что что-то я опять забываю. Да, я, да, поздравляю вас, дорогие наши VIP-консультанты. Пока ноль, да. Вот смотрите, если у вас ноль, то вам нужно обязательно пройти тренинг и одну регистрацию, да, далее кому-то 5, да, то есть, ну, вот компания распределяет именно между теми, кто делает большие заказы. Почему? Уж вы, дорогие VIP-консультанты,
точно знаете продукцию на отличный. Делая 100 баллов, вы точно уверены в ее качестве. Значит, вы любите продукцию, почему же вам не доверить консультанта? Поэтому обязательно проходите тренинг, проставляйте галочки, вот, и тогда вам начнут приходить регистрации. Так, итак, уровень второй – это когда мы 3 периода подряд выполняем 100 баллов личного оборота. Вам станут доступны следующие привилегии, то есть все привилегии первого уровня, абсолютно все, да, бонус 10% при выполнении 150 и более баллов. Что это получается? Это не дополнительная скидка, да, то есть не думайте, что у вас будет, допустим, 26% и плюс еще 10%. Нет. 10% вам будут падать на вашу объемную скидку в ваш личный кабинет, и этими деньгами вы сможете списывать за заказы в следующем периоде. Все правильно? Угу, Мариночка, вот, все понятно. То есть это не дополнительная скидка. То есть у вас будет не 36%, как многие говорят, а все равно у вас будет 26% от цены каталога. Непонятно, да? Меня слышно? Продолжать. Значит, первый, второй уровень мы с вами обсудили. Уровни эти на самом деле шикарные. И третий уровень – это 9 периодов подряд, когда мы с вами выполняем 100 баллов ЛО. Обязательно, да, перерывы недопустимы. Привилегии первого, второго уровня суммируются. И возможность заказывать новинки следующего периода за 2 недели до начала продаж по красным ценам, но не более 50 штук на номер. Мне хватает, один раз мне только не хватило. А далее, значит, уровень 4 – это 18 периодов подряд. Это уже VIP. Четвертого уровня, это уже шикарный уровень, и их у нас в этом периоде 3 новых открывшихся. Вот привилегии, значит, первого, второго и третьего уровней точно уже берутся, да, плюс еще 70% скидка на один продукт, то есть у вас уже два продукта с 70% скидкой, так ведь? Вот каждые 3 периода за 3 дня до начала действия каталога вы можете покупать уже по следующему периоду со скидкой и промо-акциями следующего периода. Даже бонусы за покупку у вас будут следующего периода. А все ли видели видео? Да, если не видели, обязательно посмотрите мое видео. Я его выложила везде, во всех соцсетях, на своем YouTube-канале, как забирать за три дня. И, конечно же, у вас будет такой вот значочек. Такой вот значочек. Скидка вот эта вот. Два продукта за 70, кроме аксессуаров, посуды, одежды, белья. То есть это вот на это не действует. Да, и тут самое главное знать для наших дорогих VIP-ов четвертого уровня, что если вы выбираете цены и промо-акции следующего периода, оплатить заказ мы можем только в следующем периоде. А баллы за такой заказ будут начислены также только в следующем периоде. Вот такие вот шикарные акции. У нас с вами есть VIP-36 на проекте. Это Ириночка Гончарова. Она у нас вот идет уже на серебряного VIP-а, это 50 периодов. Также есть уровень золота 100 периодов, 150 периодов рубин и 200 периодов подряд. Это бриллиантовый VIP-консультант. И да, это здорово, зачитывать я уже не буду. Итак, ну и что, дорогие коллеги, давайте с вами немножко поупражняемся. Представим, что к нам пришел новичок, он у нас сделал 100 баллов, и что же ему положено в следующем периоде? Он стал VIP-консультантом. Что ему положено в следующем каталоге? Кто самый находчивый? Пишите в чат, мы с вами немножко обсудим это все, да? Сколько по программе Фаберлик Клуб подарки? Да, и все, что положено обычному новичку. Да. Вот, смотрим с вами, да, что же положено с уровня VIP-1. Подарки, если считать от 15 бонусов, то от 6 штук, да. ОС – это денежка за структуру или за свой заказ. Все привилегии VIP-а первого уровня, да, регистрация от компании. Скидка 26% от цены каталога на все, кроме одежды. Первый шаг стартовой программы – это как пить дать, да, это уже 100% выполнение, да, поздравление от проекта и сайт от проекта, лендинг свой, да, вот, и от 5 бонусов, если брать, да, подарки по программе Фаберлик Клуб, это вообще 20 масок,
Ежедневно весь каталог можно делать в маске. Ну что ж, мы с вами обсудили все привилегии за заказы. И, конечно, мне хочется вам чуть-чуть показать, рассказать, какие у нас классные новинки. И я прям под впечатлением. Если честно, мне это очень-очень нравится. Я заказала себе сумочку кремового цвета. Надеюсь, она придет. Она упала в автозаказ. Детская одежда тоже классная, на мальчишек, на девчонок. Туфельки, бархатные туфельки, если честно, я как-то вот не знаю, заказывать, не заказывать, но кожаные вот эти вот за 1999 я обязательно возьму. Я не могу добавить с восьмого каталога товары в корзину. Ну, перезагрузитесь, Катерина. В принципе, он уже начался. А купальнички, как вы видите, на любую фигуру. Да, и маечки, и трусики с завышенной талией. Это тоже здорово, это тоже классно. Очень много всякой бижутерии, да. Балетки заказывала, да, уже пришли, да. Не забывайте про стартовую программу, про 9 шагов, про пробный шаг. Да, это артикулы каталогов, они будут, я сейчас перелистну, они будут в записи, можете посмотреть. А также все эти картинки выложены в группу. И про бизнес-старт с вами поговорим. Бизнес-старт, он действует с 3 апреля. А если вы с момента регистрации, не считая каталог регистрации, сделаете уровень 3000 баллов, то есть это уровень директора, то вам перечислят дополнительно, помимо квалификационного бонуса, 40 тысяч рублей. А если вы быстренько за 6 расчетных периодов, не считая период регистрации, открываете старшего директора, то вы получаете еще 20 тысяч рублей. Если вы умудряетесь за 9 расчетных периодов открыть серебро, то вам еще 80 тысяч рублей. Плюс после того, как вы подтверждаете все эти три звания, вам падает 55 тысяч рублей, 27 500 и еще 110 за серебро, да? Вот у нас как раз Наталья Уткина, золотой директор, она уже открыла золото, но по итогам этого каталога она подтвердила серебро, и ей упало 110 тысяч помимо ее основной выплаты и на счет, да? То есть в итоге она получила вместе со своими выплатами, по-моему, 180 или 190. Ну, шикарная такая сумочка ей упала. Понятно, это приятно. Скажите, пожалуйста, все ли вам понятно по бонусу «Быстрый старт»? Да, не считая каталог регистрации, за 3 расчетных периода вы можете открыть. То есть, дерзайте. Забирайте, компания деньги дарит, забирайте. Также не забывайте, что компания, это косметическая компания номер один в мире, у нас на это патент. Не забывайте, что компания ежегодно собирает самых лучших с уровня серебра на ассамблее и дарит им с уровня директора, но чеки дарит только с уровня серебра. На сцену вызывает, дарит драгоценности за подтверждение не только, да, Наталья Уткина получила не только 110 тысяч, да, за подтверждение, она еще получит золотой значок на грудь, да, то есть компания дарит драгоценности, дарит бриллианты, да. Вот, далее, значит, развиваем свой бизнес в 42 странах мира, Евросоюз, 28 стран, да, то есть у нас шикарная, да, платформа для работы. Также давайте нашей компании погордимся и узнаем о том, что компания сотрудничает с межрегиональной экологической общественной организацией ЭКО, которая садит деревья. Я думаю, вам это будет очень здорово знать. Также компания помогает по программе «Солнечный пес» более 5 лет, поддерживает команду профессионалов, которая воспитывает настоящих супергероев собак, поводырей для незрячих людей и собак-терапевтов для детей с особенностями развития. Я думаю, это очень здорово. А также компания не забывает и о своих директорах, у которых осталась только Фаберлик Клуб программа, да. А компания оплачивает нам ежегодно путешествие за свой счет. В позапрошлом году лидеры ездили в Китай. Я еще тогда была маленькая. В
В прошлом году нас уже возили, мы ездили, Таня Сафронова, Николай Андрейко, я и муж у Тани, кстати, и Антон, мой муж, мы ездили уже в Доминикану. Все вы видели, наверное, фотографии. Ну, конечно, приятно. На уровне золотого директора мы уже очень хорошо зарабатываем, а мы можем сами куда угодно съездить, но нет, компания нас везет, и нам даже на отдых тратиться не нужно. Да, и, конечно, здорово, пообщаться с такими же успешными людьми, как и мы сами. Да, это невероятно круто. Там такая энергетика, ни на одном пляжу, да, ни в одной стране вы такой энергетики не получите, если вы будете загорать между сотнями золотых, бриллиантовых, рубиновых, да, национальных, старших национальных директоров. Вы представьте, как это круто, да. И, конечно, у компании Faberlic есть собственная фабрика в Москве, 45 тысяч квадратных метров. Абсолютно вся продукция фабрики проходит обязательное тестирование согласно ГОСТу и СанПину. Обязательно это рассказывайте своим новичкам. Вот далее, так, да, вот что тут написано, да, то есть недавно открылось две производственные линии еще, и 35 тысяч недавно расширилось до 45 тысяч квадратных метров. Вот, а слайд я, к сожалению, не поменяла, вот на тебе, да. Вот, и, конечно, наше предприятие внесено в госреестр предприятий, производителей экологически чистой и безопасной продукции. Вам приятно, дорогие коллеги? Вот, также компания имеет свой центр научных разработок. Это тоже шикарно, да, то есть собственный центр научных разработок. Это наша гордость. Также мы имеем с вами 34 патента, собственную микробиологическую лабораторию, уникальные формулы и сотрудничество с различными, да, компаниями. Вот, медицинскими, центр нейрохирургии и так далее, и так далее. Мы сотрудничаем много с кем, ну, такими важными персонами, да. Далее, чем хочется вам рассказать, это то, что компания Faberlic ежегодно получает десятки наград, да. Если это парфюм, то это премия Fifi Russian Awards. Если это, допустим, какой-то продукт, то это товары тоже побеждают, да, то есть права потребления, да, народную марку, да, компания берет. Это тоже круто, это доказывает то, что компания, кстати, у компании есть награда «Почетный налогоплательщик». Вы знали об этом? Вот, я недавно посмотрела, мне было очень приятно. Конечно, я знала это давно, но забыла как-то вот, что она есть, а потом посмотрела, думаю, что это за гербик такой? А это медаль за то, что он почетный налогоплательщик. То есть, конечно, наши награды говорят сами за себя. Не забываем, дорогие коллеги, доносить до всех, кто ни разу в вашей структуре не сделал подарка с момента, не сделал заказа с момента регистрации, что они забирают три шикарнейших подарка. И такого не было давно, на самом деле давно не было. И мне очень понравилась эта акция. И, конечно же, спасибо вам огромное за внимание. И не забывайте про себя, потому что в сотый раз убеждаюсь в том, что чем лидер лучше, чем лидер ответственнее, тем больше он забывает про себя. Поэтому не забывайте про себя никогда. Вопрос, предложение. Спортивные топики с многоцветным принтом и леггинсы заканчиваются на 50-м размере. Жаль, мы тоже хотим. Шикарные женщины. Как быть, размерчики до 54-го ввести в каталог? Ой, Танюш, к сожалению, я ни на что на это не могу влиять. Мы такие же консультанты, как и вы, просто уже в статусе драгоценных директоров. Я вам советую сейчас написать в обратную связь и это все попросить. Я считаю, что вот у меня, я мамульке своей заказала тоже лосины, она довольная, говорит, боже мой, как мне в них удобно, как мне в них хорошо. Да, то есть она носит с кофточкой по колено, ей нравится, и я считаю, что, и хотя моей маме 80-й год. Я думаю, что да. Вот. Да, пишем в обратную связь. И, конечно, пусть вводят и 56-й, и 58-й, и это обязательно. Пусть вводят.
Да. Ну что ж, всем пока-пока. Спасибо за внимание. Эту запись я выложу на YouTube. Вы можете разослать ее своим дорогим новичкам, те, которые не были на вебинаре. Всем спасибо за внимание, за терпение. Пока-пока.